Всем хайк, друзья, с вами снова Дезертир, и это компания Нежити, Путь Проклятых. Глава первая. Возрождение проклятых. Магическая чума, насланная королем мертвых, вскоре распространилась по всему Лордерону. Остатки армии людей не смогли противостоять ордам нежити, заполонившим страну. От некогда великого Лордерона остались лишь тень былой славы. Глазам своим не верю. Малганус! Не знаю, как тебе удалось спастись, но... Успокойтесь, принц Ардес. Меня зовут Тикондрус. Я повелитель ужаса, как и Малганус, но я не враг вам. Напротив, я пришел вас поздравить. Поздравить? Ты прекрасно справился с испытанием. Убил отца, отдал эти земли во власть тьмы. Короля мертвых радует твой энтузиазм. Да, все, чем я дорожил в своей жизни, я принес в жертву ему. И ничуть не жалею об этом. В моем сердце нет места для стыда и раскаяния. Рунный клинок, покоящийся в твоих ножнах, был выкован королем мертвых. И знаешь зачем? Чтобы поглощать души смертных, твоя душа стала первой. Ну что ж, души мне не жаль. Я проживу и без нее. И что же от меня нужно королю? Тебе предстоит возродить культ проклятых. Среди черни скрывается множество последователей этого культа. Собери их, и я расскажу тебе, что делать дальше. Ну что ж, давайте посмотрим. Что у нас по заданиям? Спасти 20 послушников. Артес не должен погибнуть. Скрытые послушники культа проклятых прячутся среди обычных горожан. Вы должны найти этих послушников, по возможности не привлекая внимания городской стражи. Ну что еще? Мы теперь первого уровня. Мне приказывать. Заклинание восстанавливает 200 единиц здоровья дружественным воинам, нежити или наносит двое меньше урон враждебному живому существу. Ну, окей. Вурдалак существо обладает способностью к каннибализму. Да, они могут хилиться. Фростморн жаждет крови. Уровень 6, а он мощный чувак. Даже, говори, наверное, глупец. Мощнее, чем я. Во славу плети. Ладно, посмотрим, что у нас здесь есть. Мало ли. Во славу плети. Интересно. Или наконец-то. Нет? Скорее нет, чем вот да. Так-то видимо. Фростморн. Все равно интересно изучить крови. Карту. Насколько это плюс-минус возможно. Во славу плети! Наконец-то! Приветствую вас, повелитель. Кел'Тузет предупредил нас о вашем появлении. Кел'Тузет? Как он узнал? Будьте осторожны. Если горожане увидят ваших слуг, они позовут стражу, и тогда нам не избежать боя. Окей. Он пропадает, да? Ну, никто, видимо. Никто не смеет мне приказывать. Должен пройти к ним вплотную, но что делать следует плети. Осторожно. Местные жители могут заметить его и позвать стражу. Вот так-то хорошо. Лучше. Значит, мы это будем делать аккуратно. Будь ты проклят, изменник! Отомстим за короля! Давайте Артуса бейте, ребят. Говори, глупец. Полегче. Фростморн! Жизнь стража! Мертвецы поднялись из могил! Наконец-то! Так. Угу. Хаваем трупы. Никто не смеет мне приказывать. Вот так-то отлично. Лучше. Идем дальше. Фростморн жаждет крови. В принципе, можно, по идее, с ними вообще не встречаться. Пощады Фростморн его. Жаждет крови. Во славу, загляните на кладбище. Те, кто похоронен там, будут служить вам верой и правдой. Серьезно? Ну ладно, заглянем. Фростморн жаждет крови. Наконец-то! Что ты хочешь увидеть? Прикольная штука. Обнаружить невидимых войск, находящихся поблизости. Так, а вот здесь вот ребята ходят, я смотрю.
Ладно, найдите кладбище, приведите Артаса на кладбище. Артас не должен погибнуть. Те, кто похоронен на местном кладбище, готовы стать вашими преданными слугами. Вам нужно только приблизиться к могилам и призывать их. Посмотрим. Я посмотрю. Тайное станет явным. Я вот не помню, по-моему, я его... Я посмотрю. О, какие опасные здесь посмотрим. Ребята. Посмотрим. Я посмотрю. Я можно иду. Заныкаться? Вот как-то надо мимо вот этих ребят пробежать. Говори, что они, получается, глупец. Сюда. Вот так-то лучше. Пройдут. Наконец-то. Вот так-то лучше. Да. Вот они здесь. Сейчас они пройдут вбок, и мы пробежим вот сюда, вот вниз. Наконец-то. Вот так-то лучше. Наконец-то. Дела не ждут. Фростморн жаждет крови. Наконец-то. Во славу плети. Так, теперь возвращаемся сюда. Здесь у нас... Ты увидишь все. Ребята до сих пор стоят. Никто не смеет мне приказывать. Попробуют пройти наверх. Стража! Наконец-то. Цыц. Мертвецы! Фростморн жаждет крови. Что ты хочешь увидеть? Тайное станет явным. Надо будет еще вот этих как-то убить. Тень, посмотрим. По-моему, никто не видит. Я посмотрю. Вроде как. Я иду. А где у нас грёбаное кладбище? Интересно. То есть, ну, посмотрим. Здесь я... Ну, вроде я его... Не заметил. Я иду. Так, ладно, я вижу, как вот здесь пройти. Тайное станет явным. Хорошо, а сколько мне там надо их здесь? Под 20 штук, окей. Кладбище, полегче. Видимо, где-то сверху. Так, вот ребята вышли. Нам надо дождаться, пока они уйдут вниз. Здесь пока я кладбище не вижу. Вот так-то лучше. За ними, Фростморн хотел сказать, крови. Прогуляемся. Ну, видите, как неудачно получилось прогуляться. Вот так-то лучше. Ладно, давайте добьем их. Никто не смеет мне приказывать. В принципе, они не сильно бьют Артаса, поэтому... Не столь критично. Но... Фростморн жаждет крови. Делать я аккуратно. Иду. Покушай. Чего? Ты тоже. Заодно уровень ему поднимем. Говори, глупец. Да иду. Почему ты не захотел жрать? Никто не смеет мне приказывать. Так, у него здесь есть телосами промышленное перемещение, восстановление здоровья, дружественных воинов, находящихся поблизости. Во, вот это очень крутая штука. Очень крутая штука. Ну что еще? Так. Наконец-то. Целебное зелье. Во славу плети. Забираем. Фростморн. Бьем этих мелких негодяев. Вот если они сейчас дойдут, мне будет очень больно. Во славу плети. Они не дошли. Фростморн жаждет крови. Склоняюсь перед вашей волей. И не надейся на... Эта овечка что-то скрывает себе. Нет? Вот ну так-то лучше. Тревога! За них мы все равно получаем. Во славу плети. Какие-то плюшки, по-моему, часть левела. Говори, мало, но глупец. Вроде как. Это не точно. Фростморн. Ладно, мы можем пройти крови. По воде. Вот так-то лучше. Обходя городскую наконец-то. Стражу, которая там по центру. Фростморн жаждет крови. Дела не ждут. Наконец-то. Тревога! Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Вот этот дебил, вот дебил. Все, мы поняли, что мы сдохли. Фростморн жаждет крови. Вот так-то лучше. У них, по-моему, есть... Наконец-то! Дальность следования. Во славу плети! Вроде как. Фростморн жаждет крови. Ты увидишь все. Я иду. Так, есть дальность следования. Все. Так, давайте полегче. Тогда обратно. Наконец-то! Горожане, которые бьют друг друга. Я буду твоими глазами. Ну что еще? Я посмотрю. Здесь их очень много.
Надо как-то по вот этому краю дойти до вот этого. Тайное станет явным. Посмотрим. Я иду. Там еще рыцарь. Я посмотрю. Хорошо, я понял, рыцаря. Посмотрим. Трогать определенно нельзя. Я посмотрю. Тайное станет явным. А вот и кладбище. Вот я сюда посмотрю. Нам надо. Я иду. Все, отлично. Тайное станет явным. Ладно, здесь нам надо... Никто не смеет мне приказывать. Запереть вот этих. Помогите! Нежить вернулась! Ты узнаешь, что такое боль. Фростморн шастет крови. Не вот тронули, так-то отлично. Лучше. Склоняюсь наконец-то. Перед вашей волей. Ты увидишь все. Так, рыцарь отошел. Ну, быстро. Убиваем вот этих двоих. Стража! Мертвецы, поднялись из могил! Во славу Отходим. Плети! Возвращается. Что ты хочешь? Идем вот сюда. Полегче! Бежим. Надеемся, что успеем. Наконец-то нам повезло. Здесь есть несколько свежих могил. Именем короля мертвых, восстань! Да боже. Чего? Никто не смеет мне приказывать. Чего? Давайте вы будете бить его. Да ну почему ты не хочешь атаковать его, боже ты мой? Чего? Просто отойдите, дайте Артаса побить, дебилы. Все, шикарно. Рядом с ним они будут быстро восстанавливать здоровье, ну ты довольно быстро. Всё. Я иду. О, полетели дальше. Смотреть, что здесь есть. Явным. Город, да, кладбище мы прошли. Я здесь иду. Есть ворота. Тайное станет явным. Ну, ребенка я постараюсь не убивать, конечно. Я иду. А вот с рабочими могут возникнуть трудности, они довольно злые. Говори, глупец. Ладно. Ладно. Фростморн жаждет крови. Давайте вначале наверх. Во славу плети. Фростморн жаждет крови. Помолись перед смертью. И не надейся на быструю смерть. Спасайся, кто может. О, разбойники. Наконец-то. Во славу плети. Вот так-то лучше. Наконец-то. Ну, разбойников мы тоже побьем. Либо нефиг. Фростморн жаждет крови. Я буду твоими глазами. Смотрим, что у нас там сверху. Они вроде в дома сбежали, да? Я кроме малыша. Нормально. Полегче. Ну что еще? У него на самом деле самый большой урон, но... Не дадим ему убежать. Наконец-то. Повелитель. Во славу плети. За мое жизнь служение. Посмотрим. Тайное станет явным. Что у нас здесь? Здесь у нас разбойники 4 уровня. И там один послушник наш как раз. А вот здесь? Здесь у нас, походу, тоже что-то есть, да? Да, здесь тоже послушник, никто отлично. Не смеет. Давайте мне сначала сюда. Вот так-то лучше. Дела не ждут. Фростморн не жаждет крови. Так, нам вот надо Артаса. Во славу плети. Вывести вот вперед. Так-то лучше. Во славу плети. Остальных подвести туда. Ну что еще? Никто не смеет мне приказывать. Наконец-то! Лечебное зелье, кольцо паука, повышает ловкость, отлично. Вот так-то лучше. Я вот не знаю, есть ли смысл разбивать все вот это вот, честно говоря. Давайте попробуем, вдруг там что-то будет. Слишком уж много палаток. Я буду твоими Тебя мы глазами. Попутно отправляем сюда. Ну что еще?
Мы вроде добили здесь крепость, да? Да, крепость мы здесь уничтожили. Отлично. Плюс, уничтожая палатки, они заодно похилятся Абартуса. Во славу плети! Так или иначе. Интересно, а что никто скажет ребенок, если я подойду вот сюда? Вот так-то лучше. Ничего не скажет? Это отсылка к мальчику Тимми? Ну что еще? Во славу плети! О, он нас не боится, никто, кстати. Никто не смеет мне приказывать. Фрост, ладно, я не буду убивать детей. Жаждет крови. Я не настолько скотина. Говори, глупец. Что ты? Так, ну, врата мы можем уничтожить. Станет явно. Говори, глупец. Наконец. Дела не ждут. Во славу плети. Вот из них мы можем подхилить, это хорошо. Фростморн жаждет крови. Думал, примерно так. За них мы получили еще одно лечебное зелье, которое нам нафиг не нужно, но вот окей. Так-то лучше. Я буду твоими. Давайте тенью прогуляемся, посмотрим, что здесь вообще есть. Я иду. Я посмотрю. Посмотрим. Тайное станет явным. Я здесь посмотрю. Рыцарь, ага, вот первый. Тайное станет явным. Я посмотрю. Второй. Я иду. Я посмотрю. Так. Тайное станет явным. Посмотрим. Окей. Тайное станет явным. Я иду. В принципе, в этом городе мы уже плюс-минус можем всех уничтожать. Вот здесь, кстати, очень странная дама с кучей детей. Что ты хочешь увидеть? Ладно. Я иду. Ну, здесь будет последняя, видимо. Четыре штуки. Ладно. Посмотрим. Город, в принципе, не очень большой. Давайте начнем зачистку. Наконец-то! Жизнь! Здесь нам нужно будет убить рыцаря. Ну что еще? С рыцарем мы встречаемся вот этим малышом. На еду. На еду. Бьем теперь его. Здесь же сейчас мы должны будем выловить вот этого городского стража, который может нас... Говори, глупец. ...спалить. Фростморн жаждет крови. Вот так-то лучше. Как-то так мы и сделаем, наверное. Хаваем, ребят, хаваем. Плюс моих ребят, то что они могут нахаваться досыта и быть в итоге очень-очень сытыми и отхиленными. Никто не смеет мне приказывать. Так, в принципе, я думаю, сейчас мы захватим... Во славу плети! Вот здесь вот так сделаем. Но они, конечно, в дом побегут, скорее всего. Плети. А, они куда-то в другую сторону побежали. Ну ладно. Вот так-то лучше. Дела не ждут. Во славу плети. Да, ну вот это убить. Фростморн, все, хорош. Крови. Так, вот так-то лучше. Ну что еще? Ну, не успела его убить, сейчас ко мне сюда стража придет. Во славу плети. Будь. Мы опять выставляем наших друзей. Потом начинаем убить. Говори, ладно, глупец. Отхилим, если что. Фростморн жаждет крови. Так даже в каком-то смысле во проще. Во славу плети. Страва! Мертвецы умереть из магии! Фростморн жаждет крови. Здесь должен быть рыцарь, по-моему, вот да? Так-то лучше. Помогите!
Наконец-то! Нежить вернулась! Да, здесь должен быть рыцарь. Ты всех нас предал! Опять же, отводим наши войска. Чего? Пусть он сражается с Артасом. Ну что еще? Теперь его можно побить. Никто не смеет мне приказывать. Что, Артас, это мы можем отхилить спокойно, там 250 кп вообще не проблема. А вот с этим у нас ну могут возникнуть некоторые трудности. Говори, глупец. Ладно. Вот так-то лучше. Побежит куда-то. Наконец-то. Вся моя жизнь служение. Наконец-то. Во славу плети. Помогите. Здесь один рыцарь остался как раз-таки. Наконец-то. Который продолжает их сторожить. Фростморн жаждет крови. Наконец-то. Видите, Blizzard хорошие ребята. Они не дают убивать детей. Они дают убивать только женщин. Странная фигня, ну ладно. 17 послушников нам нужно меньше. Отводим. Пусть сражаются с Артасом. Подводим. И, пожалуйста, у нас фуловая армия. Говори, глупец. Дела не ждут. Фростморн жаждет крови. Вот так-то лучше. Еще одно целебное зелье. Ну, на 500 уже Фростморн единиц. Фростморн жаждет крови. Вся моя жизнь наконец-то. Склоняюсь вот перед вашей волей. В принципе, да? Во славу плети. Я буду твоими глазами. Четенько. Прекрасная работа, рыцарь. Культ проклятых почти возрожден. Лордерон лежит в руинах. Не понимаю, зачем нам теперь эти фанатики? Они еще пригодятся тебе. Для чего? Ты отправишься в Андеррау и найдешь останки их бывшего хозяина, некроманта по имени Келтузет. Кстати, послушника там было 21, а не 20, как мы собирали. Ладно, всем, друзья, спасибо, всем удачи, успехов. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Увидимся в следующей.